Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Дино Киборг. Да, к сожалению, ребята, у меня не записалась серия, когда я проходил здесь босса. Здесь босс был робот. Да, трансформер такой здоровый. Ну что, мы перешли на новую карту. И давай смотреть, что у нас здесь. Новые враги, где-то Арктика. Фига себе. А чего вы такие жесткие-то? Пингвинята. Что-то как-то вы, по-моему, чересчур тут круто устроились. Так, хорошо, 11-1 прошли. Блин, все равно слабо, ребят. Прокачивал я этот крюк, и толку мало от него. Они двойными патронами бомбят. Да они жесткие. Я боюсь, не пройду. Запинаю сейчас. Та. Офигеть. А что будем делать тогда? 11 уровня, сундук. То, что они мне сейчас дали, это полная ерунда, ребят. Вообще. Шесть. Все, да? Подожди, нет, 6-6 8-8. А нам нужно 9-9. Так же, как и тут, 7-7. Ха. Интересно. Я тут-то проходил, ребята, до посинения. Очень много тут воевал, брыкался, пыкался. А дальше-то я не знаю, что будет. Тут уже, если... Первый, даже там хоть третий, четвертый мог пройти. Тут первый этап не могу пройти. О чем тут, блин, вообще, ребята, можно говорить? Уже, ты посмотри, сколько уже здоровья отняли. 11-1 прошел. Пипец. Нифига не смешно. Вообще не смешно, не шиша. Да ну, они заколбашивают, ребят. Не успел последнего добить, прикинь. У меня только... Давай крюк. А здесь-то что? Что-то улучшилось у нас? Так, соединяем здесь. Да и все. Так. Так. Так, 8-8. Мне кажется, если мы перейдем на новый вид оружия, тогда будет окей. Потому что, ну, здесь уже, ну, явно, ребята, не получается ни шиша. Просто трэш. Так, прошли. Фу, следующий этап. Мы вот здесь, да, на 11-2 именно прогораем. Это 40% всего лишь пройдено, ё-моё. Да ну, какое там? Нет, ребят, я не знаю, что тут делать можно. Тут просто тотальное какое-то уничтожение идет. Тут без вариантов. Я тебе говорю, тут только надо, чтобы было какое-нибудь улучшенное оружие. Здесь даже прокачать ничего не могу. Огнемет — это фигня, ребята. Огнемет, который вы там видел у меня, да? Он... Я его прокачивал. Такая фигня. Мне огнемет не зашел. Да, в принципе, этот крюк тоже какая-то бредотня. Да, 100%. Ну, пипец просто. С
Сколько мы отнимаем? По 40. Ну вот, смотри, опять, ребят. Вот остается один. И он сейчас меня, наверное, уничтожит. Или нет? Все-таки пройдем, да? Окей, сундука не хватает. Выпал бы мне какой-нибудь сундук эпический бы. Цены бы не было бы. Так. Это получается 55%. О, сундук, ребята, выпал. Ёк-макрёк, это что еще там за чудовище пустоголовое стояло, ты видел? Какой-то робот. Напомнил мне чем-то этого из Tower Conquest. Как его звать-то? Молотильщик, ё-моё, молотильщик, да. Я так понял, он для ближнего боя, да, предназначен? Предназначен. На тебе, вжикает мне там. Ух-ху-ху-ху-ху. Не все так просто будет. 11 уровня сундук. Блин, как же обидно, что не записалась у меня предыдущая серия. Что мы тут можем сделать? Улучшаем здесь. Так, так, ага. 6-6 есть. 7-7. 7-7 нету у нас. Да. Ать не то. Пушки. Пушки, пушки, все. Так, сколько мы заработали с тобой очков? Опять. Опять. 4000 просто. Тюф. И все, ребят. И нет у тебя 4000 монет. Иди отсюда. Кромсай, кромсай, кромсай. Прошли. А что там прокачал? А, я прокачал вот эту, да? До 10 уровня. Ну а что еще-то можно было сделать? Вот, ребята, так вот массовая атака только применять. Так, ну этого, надеюсь, уштаем. Не хватает защиты. А раньше 900 хп. Да мне вот этого 900 хп, ребята, еле хватало, чтобы пройти предыдущий уровень. Миссию предыдущую. Континент, скажем так. Тут я вообще молчу. Ну, кромсай ты их, ядрен, матрен. Ты посмотри, как за руль отнимается. Чу-чу-чу-чу, просто. Слушай, смотри-ка, 11-4. Умудрились пройти. Так, и оружие вроде бы. Пора влуплять. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Не потянул, ребята. Не справился. Здесь, ну что вот они показывают? Нету тут никакого улучшения. Все просто впустую. Так, 6-6, 7-7. 7-7 нету. Так, сколько? 4000, да? Это вот мы с тобой получим 4000 на одну заходку. Может быть, конечно, вот это вот прокачать. Таран этой головой, может быть. Ну, мы будем больше наносить урона. Так, мне кажется, ли она опять что-то заглючила? По-моему, ребята, опять заглючило, надо перезаходить, не? Нормально.
Ну. Сейчас проверим, как таран работает. Да фигу он работает. Пробивной работает паршиво. Поехали. Это последний. Архарцы тут стоят? Нет, надо усиляться еще. Не тянем. Просто не тянем. Да ты заколебал, а? Вы же специально так вот делаете их? Еще, ребята, один сундук выпал. Это хорошо, что сундучок-то выпал, кстати. Я тебе скажу, это замечательно просто. Что-то ты как-то много бомбишь, много урона наносишь, парень. Давай, 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 есть. 11.4, 11.5 это последний, ребята. Уровень 11.5. Ну, мне что-то подсказывает сейчас мне тут. О, хорош, хорош, ребят, наплевали мы здесь. Знатно. Дай пробивной. Я сейчас там побжикаю тебе. Все, прошел. Фу. С чудом каким-то, ребята, прошел я просто. И сундук у нас здесь. 12 уровня сундучок. Как тебе такой расклад? Я думаю, что очень даже неплохо. Давай крафтить. 5-5. Так, 7. Здесь сделаем так. Сюда. 6-6. 7-7. 8-8. А нам нужно 9-9. Понял. Здесь все, тупик. Здесь что у нас получается? 6-6, 7-7. Это только 8. А, во! Во, ребята! Фига себе, это что такое? Это же, это что там за... Все скинул. Все скинул. Давай, ребят, посмотрим. Что это за новый вид стрельбы или оружия? И все? Блин, вы серьезно? Пипец, я-то думал, там что-то... Что-то мощное. Подожди, я надел новое оружие, ребят. Почему у меня не прокачалось здоровье? И даже одного уровня не прошел. И все, здесь больше ничего нету. Чё-то, ребята, как-то самолетики. У них перезарядка такая долгая. Хотя бы мощно бомбят, но... Ты посмотри, у них перезарядка, ребят. А в этот момент нас просто раскрамсывают из автоматов. А? Дуреть. Молнии. Молнии тоже не прокачаны, нифигащики. Трэш. Трэш, да и только. Давай тогда напропалую. Вот тебе и напропалую. Сейчас здесь уже будет.
Да я не могу пройти, ребята. Смотри. Все. Все. Хоп-хоп, и свернулся я. Вообще никак. Просто без шансов. Опа. Так, ребят, наколенники у нас 10 уровня тоже стали. И прокачать только могу молнию. Но тут, чтобы проходить достаточно, надо хотя бы уровня 12, ребят, все иметь. Поверь мне. 12 уровней, не менее. Молния ни шиша как-то видишь не прокачана, потому урон... Блин, ничтожный. Ничтожный. Давай его вот так вот. Он сколько он... Я даже не могу понять, сколько он урона наносит. Ну, по-моему, не так много, да? По-моему, вот эти вот стрелки сзади, которые... Больше мне наносят урона. И врагов тут больше стало. Это прям чувствуется. Это 12-1 только. 12-1. И что, и все? Не, все-таки тот напалм был круче, да? Вот вам не показалось, что напалм был лучше? Вот этот, который бомбочки сверху летели. Чем какие-то вот эти вот несчастные самолетики, которых ты фиг дождешься перезарядки, ребят. Сундук. Сундук выпал. Сундук я заработал. Потому что с вашего позволения я забираю сундук. По-моему, там ничего такого чудесного не выпало мне. 6-6. 5-5-6-6. Тут все. Тут все по стандарту идет. Да. А по улучшалкам... Вот это вот, блин, вот это была классная штука, да, друзья? 2500. Таран на 9 уровень. Я не знаю, надеюсь, что... Нормально будет. Да не нравится мне вот это оружие, ребят, ну... Давай признаемся, бредотня какая-то. И вот эти самолетики тоже... Ни к селу, ни к городу. Вот как они тут предлагают, чтобы я проходил, когда их вот такой вот отряд стоит здесь. Ну как? Пим-пим-пим, да? Пим-пим-пим. Вот и пим-пим-пим. Не знаю. Стрелки эти просто вымораживают. Ты смотри, у меня сколько. У меня 1100 хп. Меня просто, ребята, разбирают здесь. Чё-то не канает. Вообще не канает. Это улучшение-то, блин, не работает ни шиша здесь, ничего. Сундуки, видишь, сундуки не упадают. И, соответственно... Соответственно, мы не можем нормально прокачаться. А не можем нормально прокачаться, соответственно, не можем наносить довольно хороший урон. Ну что это такое, вот это вот? Это называется их не супер ульта, которая нифига не наносит урона. И пингвинов вот этих, точнее не пингвинов, а надо вот эту вот стрельбу, ребята, тоже прокачивать. Нет. Нет, нет, еще раз нет. Я уже и так, и сяк, и жопой об косяк. И, как ты видишь, у меня ничего не получается.
Ну, слабо она бомбит и все. И эти тут из-под тишка. Вот как ты тут? А, ну, прошел 12-1 только лишь. 12-1, 12-2, ребята, я вообще молчу тут, что сейчас будет. Сам видишь, что тут будет, ничего хорошего здесь не будет. Как ты меня, пингвин, достал, а? И все, и тут уже их арава ждет меня. Пилильщики, молотильщики. Все, сдулся, сдулся мой Т-рекс. И пошел, пошел потихоньку на попятную. Ладно, друзья мои, наверное, и я пойду тоже на попятную. Будем закругляться. Я с этим-то уровнем, ребята, пыхтел, бухтел. Жалко, что не записался, конечно. Эти два последних я тут проходил. Тоже, ребят, прокачивался, естественно. Без прокачки там просто дрючили. Ну что, а на этом все. Всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.